ще такі відмови, що ви сіли. Я сподіваюся. Ні, він написав. Я була б тут. Вот можно было бы спросить водителя, когда следующий. Но боюсь, словарного запаса Жени в 30 слов может и не хватить. Осторожно, тут неровная лабуда. Дежавю. Ручей, ручей. Привет. Антон, дальше где мы шли? Антон. Дождемся всех, подожди. Где мы шли дальше, не помню? Помню. По тракторной колее. Так, вот сюда. На ту металлическую калитку, когда выйдем, сейчас. Давай, Сусанин, веди нас, герой. Ты уже раз вывел, так чё? Мне не впервой. Так ему с ноги ответил. Как он мог второй раз вести? Одному ему видна тропа. А где тогда на Таню обезьянка напала? На той стороне дороги. А, еще не скоро. Главное, как он над головой эту палку держит, как флаг. Как гид. Они флажками тоже обычно тупят. Я не помню в прошлый раз этой осоки. Перестань бурчать. Вот опять, держишь палку, нет, чтоб... нет. Что-нибудь другое поймать. У тебя безопасно упакован рюкзак, он тебе не будет. Как ты это сделал, да? С рюкзаком. Ногами. Бамбук заслужил второй наклейки. Одна уже есть. А, точно. Снимай рюкзак и передам ребятам. Мы же в нем, у нас нет, думаю, это в нем.
Извините, пожалуйста. Возьмите, пожалуйста, Наташа. Мне было интересно. Ты полезешь в нем? Ну, давай. Я придерживаю. Я. Да? Давай, нормально. Ага. Возьми водичку. Туда. Тандемы не летят.